Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ «Я исследователь» уже стал традиционным. Он привлекает юных славянцев возможностью прикоснуться к миру науки и сделать первые шаги на этом нелегком, но очень интересном пути. Обращаем внимание, что данный сюжет снимался до постановления губернатора о запрете проведения школьных и спортивных мероприятий в связи с профилактическими мерами, предпринимаемыми по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Когда можно начинать заниматься научными исследованиями? Для 35 дошкольников из 24 детских садов Славянского района ответ на этот вопрос очевиден. С самого раннего возраста. Юные почемучки, так называют детей, которые задают очень много вопросов взрослым, пытаются не просто получить готовую информацию, а самим найти ответы на интересующие их вопросы и изобрести что-то новое. Научные труды юных исследователей оценивала авторитетное жюри с тем, чтобы определить лучших. Хочется пожелать вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Пойдете в школу, вы там также продолжаете свои исследовательские работы, развивайтесь. Пятерым победителям муниципального этапа конкурса были вручены дипломы. Для детей участие в конкурсе проектных и исследовательских работ дало импульс для дальнейшего развития. На следующей возрастной ступени конкурса «Я исследователь» состязались младшие школьники. Сфера интересов учащихся начальных классов очень широкая. Физика, математика и техника, гуманитарные науки, живая и неживая природа – все это интересует ребят. 21 участник из 14 школ района приехал в пятую школу, чтобы представить на суд жюри свои проекты. Мы решили создать интерактивное пособие, которое поможет школьникам города Славянск-на-Кубани прикоснуться к истории родного города, почувствовать себя гражданином великой страны и вызвать чувство гордости за дела своих земляков. А также работа может быть интересна как гостям, так и жителям города. В ней собрана вся актуальная информация. Уровень и глубина исследований, творческий подход и масштаб проектов приятно удивляют. Ребята ставят перед собой серьезные задачи и пытаются их решить. Занятие вот исследовательской проектной деятельностью начинается еще с детского сада. Вот вчера прошел конкурс в детских садах среди дошкольников, сегодня у нас младшие школьники. Потом мы отслеживаем, что эти детки у нас продолжают участвовать и в пятых, шестых, десятых, одиннадцатых классах, в других конкурсах, таких как «Эврика», «Шаг в будущее». Кира Объедко из первого лицея увлекается изучением богомолов и знает об этих насекомых многое, но стремится узнать еще больше. Богомол имеет шею и может поворачивать голову, как человек. Поэтому он может смотреть на человека со всех ракурсов. Мы видим у богомола только два глаза, но на самом деле у него 5 глаз. Еще в тропиках некоторые виды богомола достигают длиной 18 сантиметров. Победителям и призерам муниципального этапа всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ «Я исследователь» были вручены дипломы. Лучшие будут представлять Славянский район на региональном этапе конкурса в Сочи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчуков. Программа «События».